подводим итоги матча между Орланом и ТО. Очень активно началась встреча, но несколько обескураживающая для Орлана. Вот так она была заброшена. Первая шайба, и Арсений Борисов здорово подключился к атаке и защитить башкирского клуба, и точным броском поразил ворота. Далее, через небольшой промежуток времени, случилась и вторая шайба в ворота Орлана. Ну, вот этот момент. И 0-2 после броска Ивана Тищенко, капитана команды из Ташкента. Вот так вот у нас завершился с такими цифрами период встречи номер один. Да, Орлан старался найти в себе силы, поменять ход поединка, но не все получалось, и только лишь во втором периоде удалось забросить ответную шайбу, одну из. Но пока смотрим те моменты, которые были. Браво, вот здесь мы говорили голкиперу Орлана Тимуру Мейдеру, сегодня здорово он провел встречу, и в ряде случаев он просто очень надежно сыграл и был просто на высоте. Тут железный шанс имел Вадим Кравченко, не смог он переиграть Тимура Мейдера. Вот опять же мы возвращаемся к игре Тимура, потому что здесь мы еще раз говорим ему браво и благодарим за проделанную работу. Ну и вот она, ответная шайба, где сократили отставание счета до минимума. И здесь моменты, которые были у ворот. Момент броска, тут в перекладину попадает шайба. Вообще много было сегодня. Все мы видели. Силовой прием против Дюкарева. Продолжаем смотреть моменты, которые у нас были в этой встрече. Хороший шанс здесь имел Денис Чапаров. Сиксна тут заводил шайбу в зону. Ну и вот как белка в колесе крутился Андрей Литвинов. И вот так она была заброшена шайба, та самая, которая сравняла цифры на табло. Данила Карабай стал автором ее. Ну и дальше уже совсем немного времени оставалось до финальной сирены. Сирены, которая известила нас об окончании третьего периода. И дальше мы уже увидим овертайм. Но в овертайме не было заброшено шайб. И пока смотрим все моменты. И ждем того момента, где она как раз и была заброшена шайба. Здесь опять же Тимур Мейдер выручает с близкой дистанции, отбивает шайбу. Ну, вот такой вот момент у нас был. Но здесь такое очень болезненное попадание. Естественно, небольшие повреждения получил. Очень болезненное попадание шайбы. И понадобилась помощь, так увели его со льда. Ну и вот уже мы смотрим овертайм. Ну и вот она, заброшенная шайба. Ничего не смог здесь сделать Тимур Мейдер. В этом эпизоде он не смог выручить свою команду. Ну вот так у нас завершилась игра. 2-3. Такие цифры на табло. Празднует успех ХУМО. И мы с вами смотрим цифры статистики, которая у нас сложилась по всему поединку. 31 бросок нанес Орлан, 22 ХУМО. Ну вот небольшое, но все-таки преимущество кашталовского клуба. Зато цифры по выигранным брасам горят в пользу ташкентского клуба. 34 против 31. Ну и штрафные минуты, наверное, здесь стоит обратить внимание на игровую дисциплину. Более дисциплинированно сыграл Орлан, 8 минут набрал и 12 минут у ХУМО. Вот такие результаты встречи между Орланом и командой из Ташкента. 2-3. Турнир продолжается, и впереди уже финальная часть. Так что смотрите, наслаждайтесь хоккеем вместе с нами.